Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить «Чужие против хищника». В последней серии мы убили хищника, это было не очень-то просто, кстати говоря. И вообще вызывает уважение то, как разработчики представили его в данной игре. Собственно, очень все по канонам. Сейчас мы двигаемся дальше в поисках своей команды. Я так смутно помню, что, по-моему, мы до конца игры, собственно, и будем переться к своей команде, а потом... А я-то думаю, что такое. А тут, судя по всему, турели наши помогают, что ли? Хотя я их не вижу, конечно, но... Или нет? Здесь синты... Подожди, это же наш солдат. Вроде бы как. Блин, ну ладно. Я мог им помочь. Или не мог. Скорее всего, не мог. Так, ребята! Подождите меня. Так, идут. Идут. Давайте, суки, я вас жду. Насколько я понимаю, блин, этих ребятушек спасти было нельзя. Что печально по-своему, конечно. Опять я один денёшенек. С другой стороны, халявные патроны. Профит. Так, ну ладно, дверь поломали, я вижу. Значит, нам сюда дорога. Или нет? Так, что, мне вниз, что ли? Интересно, здесь один хищник был? Не трогайте братюню! Люди, вернее, не люди. Ладно. Еще хищник. Это ответ на мой вопрос, был ли тот хищник один. Чем-то мне эти коридоры Пенумбру напоминают, причем первую. Блин, была бы еще одна часть Пенумбры, я бы ее с удовольствием прошел. Только нормальная часть, не надо мне сейчас говорить, что там есть еще третья часть Пенумбры, которую я не делал. Я ее, кстати говоря, попробовал поиграть без, то есть без записи, чисто так посмотреть, что это такое. Игра вообще не о том, о чем предыдущая часть, это не хоррор. Это пазл, где даже врагов нет, который время от времени перемежается каким-то непонятным сюрреализмом. То есть это печально. Вот то, что помните, было в конце второго. Второй Пенумбры, где там Тургнайт с нами связался. Вот, собственно, вот этот вот бред, как последние те полчаса в второй Пенумбре. Вот вся третья часть такая же, поэтому... Смысл ты ее проходить. Так, ты не сдвигаешься у нас? Видимо, тебе надо. Да, похоже, что так. Какой-то склад. Оттуда может припереться куча нар... А, нет, не может. Там снизу показалось, что есть проход какой-то. Так, ладно. Дурак.
Братюнь, подожди, я с тобой. Ребятушки, меня с собой возьмите. Блин, вас не убили. Я заметил. А так, это у нас, похоже, предален был, что ли? Я, честно говоря, не понял, потому что какой-то он был странный. Ладно, пойдемте сюда. Ребятушки, за мной. If you override the security system, I can contact your ship. Хорошо. Сейчас сделаем, дорогая. Два наших братишек, которые там внизу были. Похоже того. Ну ладно, я предален, в принципе, из пистолета с нескольких хедшотов свалил. А уж что будет с ним, если он встретится со... Тьфу ты, блин, извините. Со смартганом. Это, по-моему, просто будет... Успокойся, да что ж такое? Что ж вы делаете, а? Тут, по-моему, нереально было отпрыгнуть. Оттуда может прийти сколько угодно чужих. Это лифты или это такой сервер? Что это такое, я не знаю. Так, она связывается с нашим кораблем. Это хорошо. Надо найти миниган. Вот. Так. И людей трутней. То есть здесь трутнями называют. Понятно. Альтернативный огонь для перезарядки ленты. По-моему, альтернативный огонь. Огонь просто для запуска. Так, давайте-ка зарядим нашу батарею. Бежать! Ну какой хоррор с такой пушкой? Это уже просто наслаждение какое-то. Так, ну. Так, секунду. Так, продолжаем. На чем остановились-то? А, мы остановились на том, что нам дали пушку. Хорошо. Где-то там нас ждут чужие, насколько я помню. Но что-то они, похоже, почуяли, что скоро им тут шандец, поэтому не рискуют со мной связываться. Ну-ка, без раскрутки она как... Ой, долго раскручивается. Это да. Так, нам сюда, по-моему. По-моему, нам... Или подожди. Нет, здесь склад уже. Нам не сюда, не сюда, нет. Сейчас посмотрим. Что-то я запутался маленько после этого телефонного разговора. Он меня отвлек минут, наверное, на 15 где-то. Так, не сюда ли нам? Нет, не сюда. А, тут у нас дверь поломана. Оттуда мы пришли. Ну-ка, давайте посмотрим. Там еще какие-то ответвления есть, нет? Блин, извиняюсь. Идут. А,
говоря. Вот моя любимая пушка. Давай. Вот. Вот это я называю мощь. Давайте. Давайте. Просто фарш. Так, вот теперь я, похоже, иду правильно. Шо? Шо ж вы не угомонитесь, а? Так, ладно, там наш челнок прилетел, похоже. А, ну да. Свободен, мать твою. Это где они? Я что-то даже не понимаю, куда они подевались. То есть они бегают, но где? Невидимые чужие, обалдеть. Уф, ладно, тем не менее мы прошли, меня это радует, надо сказать. I've got a signal, Frosty, but it's weak. Tomiko. I've done a little research. I'll feed you the coordinates of a viable entry site. It's your best bet for finding your team. Mother says the schematics show an emergency landing bay near the pods. Can you get there? I'm still uploading. Get your team. Then get me. I'm coming back for you, Tomiko. You'd better. You should have a visual in a few minutes. You've got an escape plan, right? Yeah. Down the main lift, across the canyon floor, through a gate, and up an elevator to the auxiliary landing bay. I can get there in 10 minutes. 10 minutes? Easy. Once you start down, I'm taking a rock to a safe altitude. I'll be circling above and come back to you when you make it topside again. Офигеть. У нас экзокостюм. Ну все, держитесь, твари. Так. Хорошо. В принципе, я думаю, на этом мы завершим эту серию. В следующую уже пойдем. Это, по-моему, последняя миссия, насколько я помню. Помнишь, она очень геморройная. Но начнем ее проходить в следующей серии, давайте. А на сегодня все. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.